Ну здравствуйте, все ребята. Итак, я вам покажу, как менять масло в Suzuki RMZ 250 2017 года. Мы как раз поменяли фильтр после покатушки, все почистили. Теперь будем менять масло. Вот. Сначала что делаем? Открываем здесь. Итак, ребята, будем откручивать снизу. Здесь у нас на 19, на 12. И вот будет еще здесь у нас один болтик. Сейчас фокусирую, вот здесь будет болтик на 12. Там у нас сеточка стоит, мы ее почистим, все помоем, покажу, расскажу. Также, ребята, я при замене масла всегда здесь тоже откручиваю, чтобы лучше сходило бы все масло. Здесь воздух попадает и лучше все высасывает. Так, ребята, как видим, у нас с двух мест сливается масло. Сейчас вам хорошо покажу. Вот. Мы открутили здесь, и вон там подальше тоже капает масло. Две дырочки. И последнее вот здесь мы будем доставать вот таким образом. Сейчас фокусирую вам. Было бы видно. Вот здесь мы сейчас достанем фильтр и будем его чистить. Вот так, ребята, у нас выглядит фильтр на 12. Вот болтик и сам фильтр. Сейчас мы будем его чистить и покажу, что у нас находится внутри. Внутри у нас стоит магнитик, который мы его тоже будем чистить. Ну вот, ребята, смотрите, я заполучил это изнутри фильтра. Стоит вот такой маленький магнитик. Сейчас сфокусирует его, подождите. Так. Вот он такой маленький. Как видим, стружки никакой нету. Чистенький. Только надо его почистить, вымыть и поставим его обратно. Он очень легко крепится. Он у нас держится вот на этих вот таких заклепках. Эти заклепки входят одна с одной стороны и другая с другой стороны. Ну смотрите, ребята, Вот у нас чистенький он. Буду показывать, как его вставляться. Берем его снова сюда. Ну, как магнитов сразу цепляется. Крепим его туда, в середину. Ложим. Сейчас покажу вам в середину. Вот он, в середину. И просто заталкиваем. Вот, он зашел. Так, вот она залезла внутрь. Мы опускаем это. И здесь вот этот усик, он будет защелкиваться сверху. Сейчас мы его засунем. Вот, если видите, вот он там защелкивается. Красиво защелкивается. И с другой стороны то же самое. Итак, ребята, подводим итоги. Здесь мы все поставили. Напоминаю, на 12. Здесь у нас фильтр стоит. Потом закручиваем вот эту гаечку. И последние два болтики, которые мы закрутили. Это будет этот на 12. И на 17. Все, мы их закрутили. Будем заливать масло. Также, ребята, я всегда делаю, что сливаю масло и потом переливаю в литровую баночку. Смотрю, сколько я слил масла, чтобы залить одинаковое количество. Потому что я всегда держу норму, чтобы не перелить и чтобы не было бы за мало. Сейчас мы это перельем, посмотрим, сколько у нас получилось. Ну вот, смотрите, ребята, мы все перелили и у нас получилось литр. Ровно литр, так как надо. Сейчас мы столько же самое будем заливать. Смотрите, заливать мы будем вот такое масло. 10 в 40 4 такта обязательно заливаем только такое масло для сузуки я проверил везде у механиков в сервисах все заливают вот это масло дорогое да но удовольствие стоит денег зато оно хорошее также ребята я вам забыл показать фильтр вот это есть фильтр который надо здесь его тоже менять он находится у нас вот в этом месте. Откручиваем просто два болтика, снимаем эту крышечку и меняем фильтр. Мы его пока не меняем, потому что я его недавно менял. Я его меняю каждые 15 часов. Пока что я отъездил только 5 часов после последнего замена фильтра. И теперь ждем еще 10 часов, тогда Ребята, поменяем. Наш Suzuki RMZ 250 готовая. Масло поменяли. Фильтра тоже все поменяли. Защиту поставили. Там все тоже все позакрывали будем заводить, чтобы вы понимали бы, как она заводится. Вот смотрите, холодная. Мы только-только что поменяли. Будем пробовать заводить. Будем заводить в гараже, потому что на улице дождь. Так, смотрите. Заводим. Прокачиваем. Ай, Так, ребята, вот смотрите, чтобы вы понимали бы. Так, прокачиваем. Вроде нормально прокачали. Напоминаю, здесь вот все холодно. Вот пальцем держусь. После замены масла. Пробуем. Так, один раз. Накачали. Второй раз. И третий раз 100% пойдет. Вот. Ребята, все готово, работает.